Ты знаешь, кто такие тимуровцы? Это вот как у нас есть казаки в школе. В начале октябрёнок, потом пионер, потом комсомолец. Да нет! Ты не лошадь! Прочность! Тебя наказывали в детстве ремнем? Да. Что такое макулатура? А я вот не согласна сейчас. Кринжово, конечно, позорищно все это выглядит. Товарищеский суд устроит. Трэш, конечно. Всегда готов, можно было сказать. Ой. Они не имеют права снимать такие сюжеты. Это некрасиво. Просмотр «Ералаша» в 70-е годы был настоящим праздником для советских детей. Он одновременно и развлекал, и поучал подрастающее поколение. Видеожурналу удавалось соблюсти правильный баланс между смешными гэгами и качественной сатирой, иногда даже политической. Да я в правком жаловаться буду! Недавно я узнал, что он выходит до сих пор. Посмотрел и как-то не почувствовал духа современности. Это просто экранизация анекдотов, пускай и неплохая. И тогда я понял, что старый «Ералаш» — это энциклопедия советского детства. В новый выпуск самого лампового канала «Здесь настоящие люди» мы пригласили трех совершенно разных родителей, а также их детей. Жена священника, которая раньше была панком, самый популярный математик в России, который в 80-е был хиппи, и автор блога про отцовство. Тот самый счастливый отец трех ангелочков. Посмотрим, как современные дети прочувствуют советскую ментальность, а какие шутки им будут совершенно непонятны. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Галина. Привет, Маткульт, привет. Как придешь в кино, да, с девушкой, например, и тебе «Ералаш» вначале показывают, а потом уже кино. У меня не было выбора. Нам показывают что-то детское? О, благодарим! Наше правительство в лице Леонида Ильича Брежнева за наше счастливое детство. Что вообще что-то показали? «Ералаш» — это такой мини-сериал, в котором рассказываются шутки. Поехали! Привет! Здравствуй, Ваня. Здравствуйте. Ну, как идут дела? О, дела моща! Что-что? Классно, говорю, еще один фитиль, такое сморозил. Подкатывается к шкету, дай, говорит, велик погонять. Сел и почесал. А тут училка, ну давай выпендриваться. Варежку-то разинул, да как дерябница. Сам с фингалом. Вы понимаете, на каком языке они говорят? Ну, я примерно могу понять, что происходит. Девочки, что значит дерябница? Упал, либо как-то ударился. Упадет, навернется. Ошибка. Ручки зябнуть, ножки зябнуть, не пора ли нам дерябнуть? Хряпнуть? Да, конечно, это про выпивку в деревнях так говорили. А лошадь? Какая лошадь? Ну, которая ржала. Да нет, это не лошадь. Это парень один длинный, подкатил к шкету. У какого шкета? Ну, шибзик один, да вы знаете его, ходит здесь с таким шнобелем. Что такое шнобель? Нос. Откуда вы это знаете? Не знаю! Не знаю, выражение лица, может. Нос, еврейский обычно. Но нам в детском саду. Нет, пищали. Ну прям вот рассказали, что такое шнобель. Итак, тема урока шнобель. С кем ходит? Да не с кем, а с чем. Рубильник у него в виде паяльника. Рубильник в виде паяльника? Не понимать. Да что, мы тоже с лицом, не знаю, что там у вас. Шнобель, нос вообще. Это тоже нос. Скажи, а что вы проходите по литературе? Гоголя проходим. Классный Днепр при клёвой погоде, когда кочевряжись и выпендриваясь, пилит сквозь леса и горы клёвые волны свои. Ну почему мы так говорим? Ну, как минимум, я понял, что старый «Ералаш» до сих пор смешной. Взрослые дети иногда говорят на разных языках. У меня, например, когда я помню, говорил отцу своему: «Пап, прикинь!» И он все время мне показывал, что я должен прикинуть, вот чего, что мне подкинуть, прикинуть, что мне надо. Ну, как бы все актуально, все то же самое, в общем. Митап позумим. Давайте сегодня митап позумим вечерком, да? То есть это примерно будет, ну, как бы в переводе на наш язык, это воспевание будет вот этого вот нового языка. Да. Некоторые слова нам очень нравятся. Например, геймеры подарили нам слово «руинить».
Вот. Что значит? Ну, когда вот Сёма разносит квартиру, да. Типа заруинить. Да, да, заруинили. Читер, во. Читер. Читер. Читерка. Ну, как ты бы ты сказала это по-русски? По-русски? Обманывает других читеров. Ага. Вопрос как к писателю, педагогу. Во все времена были люди, которые говорили о том, что вот, еще немножко, и вы испортите русский язык, нельзя говорить на сленге, иначе, когда вы вырастете, вы не сможете владеть нормальным языком. Правда ли, что так работает или нет? Можно я задам встречный вопрос? Зачем учить в школе русский язык, если мы являемся его носителями, и этого нам достаточно для коммуникации? Нам тяжело учить русский в школе, потому что это историческая грамматика. В этом фильме отражено то, что есть язык, на котором говорит мальчик, и язык, на котором писал Николай Васильевич Гоголь. Я думаю, что популярность Гоголя была обусловлена доступностью его языка для его читателя. Там тоже было полно сленга. А в Роблоксе радужные друзья. Радужные друзья. Ну, так, что это такое, радужные друзья? Ну, это игра так называется. Можно по-разному это трактовать, но посмотрим следующий кусочек. Это у нас в туалете в колледже. Боже. Такая школа у меня была первая, 835-я, вот эти два здания с этим да, коридором. До сих пор там. Такая-то. Учительница, ты видел, да? Обратил меня? Пофиг всем, да. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Пипец. Слабак. Не курящий. Мне кажется, мораль этой мини-истории в том, то, что не надо курить, вот, допустим, в школе, а то могут подумать, тоже типа пожар, вот всякое может случиться, и курить это плохо. Но есть же такая тема, что курение это запретно, и когда ты маленький, все, что запретно, это круто. Да. Я курил в своей жизни меньше одной пачки выкурил за всю свою жизнь. Всегда по пьяни глубокой. Так. Когда напивался, скажем, вот в детстве, кто-нибудь говорит, а кури ради прикола, давай саватана курящего снимем, да? У вас в школе есть курилка? Официально никогда не было курилки. Мне кажется, официально в школе никогда не было. Ну понятно. В православной школе, то есть так они должны вязью славянской быть. Курилка, ер. Курить здесь. Сейчас курилка есть в туалет? Да. А накипевшем, да! Если посмотреть все фильмы 60-х, 70-х, там все постоянно курят. При детях, на кухне, в операционной, в школе. Я так росла, да, вокруг меня все курили, да. Объясните, сейчас ты смотришь на эти кадры, и это просто дико. Ну, я не очень считалось вредным, то есть врачи говорили, что это вредное, но это настолько было развито всюду, что как-то, ну, да, это считалось признаком какой-то крутости, серьезности. Вот мужик, покуривая, принимает какое-то решение, да. При том, что многое было цензурировано, эта история как-то была нормой. Ну, не знаю, по ощущению, вообще, наверное, было больше курящих, нет? Не факт. Фронтовая эстетика. Давай закурим, товарищ, по одной, да? То есть вы связываете это с послевоенным каким-то синдромом? Ну, культура потребления табака, она народная, ориентируясь на пролетариат, да, растили сами, самокрутки, Шолохова почитать, да, там тоже везде культура потребления табака, она существует. Еще один яркое детство. Ладно. Куда же вы? Тимур!
Ой, батюшки. Ты знаешь, кто такие тимуровцы? Ну, это вот как у нас есть эти казаки в школе. Вот это, я думаю, то же самое. А как называется литературное произведение, благодаря которому возникло это название? Ну что ж ты подводишь-то меня? Вот у нас есть одна книга Тимура и его команда, что-то такое. Ты, они там помогали, вот что-то делали во благо, мне кажется, поэтому тимуровцы. У нас есть эта книга, ты ее читала? Ну, я ее начинала читать. Очень хорошо выяснен момент. Вот на самом деле, да, часто вспоминают, вот, Советский Союз, там люди друг другу помогали. Да нет, на самом деле, вот дерьма и тогда хватало. Вот, сейчас не уступают. Да нет, бывает и сейчас уступают, бывает и тогда не уступали. Люди не меняются, на самом деле, по своей природе. Ну, не очень меняются. Вы, как православная семья, кейс тимуровцев вам нравится, близок? Не кажется ли вам, что в этом есть какая-то христианская мораль? Или это все-таки другое? Помнишь, Михаил Елизаров об этом писал? О том, что была довольно значительная разница между образом детства, который мы впитывали через книги, такой очень светлый. Там даже и, собственно, настоящего зла никогда не покажут. А покажут каких-то просто негодяев, да, которые обязательно будут им... Они будут проучены, их надо проучить. Вот еще тоже слово из этих книг, да, лексику я поднимаю. Их проучили, да? А когда ты сталкиваешься со злом в жизни, оно тебя обескураживает абсолютно, потому что это неправда. Фактически вот эти тимуровцы, да, это вот сейчас в наших министерствах сидят и только ради отчетов делают. Они туда переместились в основном. Внизу их даже меньше стало. Особенные люди там есть? Нету, у нас все здоровы. У нас все здоровы. Это будущие жители светлого коммунистического будущего. Мы сейчас успокоим комментаторов, которые пишут, что вот раньше были тимуровцы, а сейчас нет. Успокоим, что сейчас тоже есть. Я честно скажу, я считаю, что на низовом уровне стало гораздо больше взаимопомощи. Насколько я знаю, ну, на каком-то этапе своей жизни вы симпатизировали людям с левыми взглядами. Сейчас, если вас послушать, кто-то в комментариях может даже вашу речь назвать антисоветской. Не надо этой шариковской простоты. Я получила образование, выучила языки, и это все было мое советское детство и моя советская юность. И мне не надо было для этого разбиться в лепешку. Еще одна сейчас важная тема, которая здесь обыгрывается. Привет, дядя Юра! Ой, это не Никулин, что ли, был? Юрий Никулин или похож просто? Два батона, 8 булок и 1 круглый. Ты вчера в футбол хлебом играл? Ну, играл. Вот и доигрался. Жесть! Кафка. Почему Кафка? Превращение. Сказали они с Петром Ивановичем. Гайдар, мы не знаем Кафку, мы хорошо знаем. Ну, как вы думаете, о чем это? Хлеб всему голова. Я помню в детстве, когда тоже бабушка ругалась, когда я какие-то крошки выбрасывал. А я до сих пор никогда их не выбрасываю. Я вот так все доедаю. Всегда. Абсолютно всегда. Что же в этом хорошего? Чрезмерно посчитать хлеб и в итоге поклоняться ему, это тоже безумие какое-то. А топтаться по нему ногами в грязных ботинках, ну, тоже... Очень трудно объяснить, что такое благоговейное. Ты как бы понимаешь такое благоговейное отношение, да? То ты это понимаешь, а если нет, то надо просто подождать, когда поймешь. Очень сложная тема, правда? Я не знаю, я не хочу говорить пафосные вещи, но войну люди, да, это символ, как бы символ подвига людей, которые войну выжили хлебом вот на таком количестве. Вот если есть кощунство вообще вне религии, то это вот это. Несмотря на то, что у нас ленинградская семья, наше, мое поколение, поколение моих детей, у них нету, наверное, такого уже щепетильного отношение к краюшке хлеба.
А это плохо или это естественно и нормально? Я не считаю, что это плохо. Естественно, играть в футбол хлебом никто не разрешает, но при этом трястись над каждой крошкой не обязательно. И не в этом, наверное, выражается уважение. Не боитесь ли вы, что еще следующее поколение уже будет играть с хлебом, когда совсем забудутся блокадные времена и вот это все? Не забудут. Новые не так просты времена, так что, наверное, нет. Ребята, мы делаем большое, полезное дело. Каждый килограмм макулатуры – это новая книга или учебник для нас же самих. А тем, кто сегодня не пришел, мы завтра не подадим руки. Например, таким, как Бурыкин. А чё Бурыкин-то? Здесь же Бурыкин, вот он. А, ты пришел? Тогда подадим руку. Но зато не подадим Ерохину. Какого Ерохина-то? Да он больше всех принес. Вот здорово. Даже Ерохин пришел сегодня. Молодец, Ерохин. Похоже на бой. Тоже подадим руку. Что такое макулатура? Макулатура – это бумага, там, картон. Идея в том, что некоторые работают, а некоторые болтают языком, имитируя бурную деятельность. Это про это. Это же детский скетч. Почему там политическая сатира? Да потому что дети как бы должны это понимать тоже. А мне кажется, это подтекст для родителей, нет? Ну, типа, это как в смешариках серии с подтекстом философским. Дети же не поймут, но поймут родители, допустим. Вот это то плохое, что было, наверное, в Советском Союзе, когда вот эти вот общественные суды, такое порицание. Мне кажется, что вот это все, конечно, нехорошо. Исключение из социума – это очень больно, особенно для детей. А с такими нам не по пути. Быть аутсайдером не круто. Да. А тебя там, как мне сказали, в пионеры не примут. Я там тоже договорилась, в конце концов, в своей школе. Вот, уж было очень горько. Было ли в твоей школе уже там новые российские какие-то нарративы подобные? Может, какой-то другой организации? Наверное, все-таки нет. Но я как бы уже не была в школе, когда начались те же уроки о важном. Вот. Это было в колледже у нас. В общем-то, мало кто ходил, скажем так. И подавали руку все равно? Естественно. Вот я, например, провел однажды урок о важном. Сам. А что важное, да? Все смотрят, опа, Саватеев пришел, да? Я говорю, сейчас мы поговорим об очень важном. Итак, тема урока. Основная теорема арифметики с доказательством. Вначале октябрёнок, потом пионер, потом комсомолец. Дальше есть кто-то еще? Студенческий. Дальше уже коммунист, член партии. Вот, была однопартийная система в нашей стране. Одна партия была правящая, а сейчас их... Вот честно, скажите, как вы думаете, правда ли, что советские вот эти пионеры были качественно другими людьми, чем современные? Они были более обучаемые, потому что у них было меньше соблазнов, связанных со всякими смартфонами. Они были, в общем, наверное, они были способнее. В общем, вообще, население мира деградирует, это, в общем, понятно уже. Но в плане моральном не могу сказать, что произошли какие-то существенные изменения. Следующий кусочек я вставил специально для вас, он связан с математикой. Две параллельные прямые не пересекаются, сколько бы мы их ни продолжали. Ну чего ты, записывай? Я думаю. О чем? Почему они не пересекутся? Как почему? Они же параллельные. А если их на километр продолжить, они тоже не пересекутся? Молодец! Конечно! А на тысячи километров? Да хоть на миллион! А это кто-нибудь проверял? Это не надо проверять! Это аксиома, истинно не требующая доказательств. А если это не аксиома? А что? Теорема, тогда ее надо доказывать. Тогда надо, но... Пока правильно говорить? Да, но дело вот в чем. Дело в том, что это самый краеугольный камень геометрии вообще. И, собственно, величайшее имя русской математики, Лобачевский, связано именно с ним. Он пришел и сказал, мы можем ввести другую аксиому, что можно через каждую точку, не лежащую на данной прямой, проходят две прямые, которые не пересекаются с данной. И из этого будет следовать, что бесконечное количество между ними, все вот в углах между ними, будут все тоже не пересекаться. И получается непротиворечивая геометрия, которая называется геометрия Лобачевского. Вот, то есть это прям в соль самых интересных проблем геометрии. Как вы думаете, чем закончится их спор?
Совершенно не знаю. Вот смотри! Ну что, пересекается? Здесь нет, а дальше? Пожалуйста. Рисует до пояса. Я подумала, что будет вот так вот перерывать. Словачевский! Я понял, что они не пересекаются. Но я не понял, почему они не пересекаются. Я понял, почему они не пересекаются. Суть очень тонкая. То есть этот ролик для тех, кто как бы сильно в теме. Мальчик очень сильно задушнил. А как вы думаете, вот он более понятен советским школьникам, чем российским? Или да ни тем не понятен. Геометрию Лобачевского не изучали в Советском Союзе. Общая тенденция, конечно, состоит в том, что сейчас школьники хуже знают математику. Но не в этом аспекте. Как вам кажется, вот условное в вакууме советская школьная система или современная школьная система, лично вам какая ближе, учитывая ваши нравственные ориентиры в том числе? Ну, конечно, православные школы. Ясен пень. Видите у этого молодого человека красный галстук? Да. А почему он у него? Это... Ну, кстати, такой... Пионер. Ой, не пионер. Раньше в лагере такие надевали. Либо символ школы, ну, чтобы красиво было. Вот. Допустим, у нас в школе это значки специальные, которые пришивают, шевроны. Я училась в школе, где учился внук Константина Стеновича Черненко. И он мыл доску и полы. Они ведь не только курили при детях, но и на тебя там в твои 7 лет так могли заорать, потому что все волосы с головы сдувало. Ну, рот-то нужен для того, чтобы говорить. У человека есть речевой аппарат. Там в отличие от других животных. Всегда готов, можно было сказать. Всегда готов. Вот это можно было сказать. А мне плохо, это было неправильно. Нытики не приветствовались. А кто такие пионеры? Как вы это понимаете? Пионеры. Ну, они помогают детям, которые не понимают. А если школьник не помогает, то его не берут в пионеры? Ну, могут и разжаловать. Значит... Если хулиган, а товарищеский суд устроит, все сидят, обсуждают. Ну, такой трэш, конечно. Вот если мы возьмем принципы социалистического реализма, как литературного направления и художественного направления, по которому сейчас ностальгируют, да, там был принцип оптимизма. Впереди, да, нас ждет, сейчас я без ног, без рук и слепой, но зато мои дети, они будут жить в таких замечательных условиях, там, так далее, или что-нибудь еще. Я помню, что для того, чтобы пройти по Красной площади на майский парад, деток просили мыть в густом растворе марганцовки, чтобы они были такие спортивные, загорелые, да? Тоже интересно. Вы хотели бы быть пионерами, пионерками, или вам это как-то не близко и не хотелось бы попробовать? Ну, было бы прикольно попробовать. Здравствуй, Витя. А мы вот в кино собрались с подружкой. Говорят, фильм хороший. Ну как? Да. Ну что это такое? Здравствуй, Витя. Мы в кино собрались. Ты всю юбку одела? Точно 19 век был. Почему 19? А какой еще-то? Свободнее нужно быть, небрежнее. Понимать надо, 20 век. Ой, сейчас все равны. Он в джинсах, ты в джинсах. Он тебя портфелем по башке, ты его по башке. Привет. Ой, Гена. А вы что делаете? А мы вот с подружкой в кино собрались. Говорят, фильм хороший. О, а у меня билетик лишний есть. Пойдем, Тань. Не то увел, да? Пойдем. А говорила, 20 век. Не, ну вы вот когда прихорашиваетесь, вы же смотрите, насколько это современно и модно. Ну, да. Вот сейчас оверсайз модно, и вы все такие в оверсайз. Разные прически такие, которые не очень опрятные, то есть они в разнобой чуть-чуть. Легкая небрежность. Вот. То есть надо быть, как это, в тренде. Очень кринжово, конечно, позорищно все это выглядит, потому что... Что именно? Кринж. Потому что никогда никто в советское время не говорил,
давай пойдем в кино, хорошо, пойдем в кино. Была табуирована тема секса, слова этого не было, да? И, соответственно, советские дети, ну, к 80-м годам, они умели, как дельфины, об этом переговариваться, там, взглядами, перемигиваниями. И вот так вот, чтобы в лоб сказать, пошли там в кино. Такого я не думаю, что такое. Девочки, а вы ходите в кино сейчас с мальчиками? Ну, только если с подружкой, потом с мальчиком. С компанией. А Матвей же тебя приглашал, вы ходили. Нет? Вы в кино ходили, нет? Алена её приглашала. Можете ли вы сказать, большинство этих сюжетов, они скорее интересны в ретроспективе, или это актуальные темы, где можно просто 20 век поменять на 21 и ничего не изменится? Ну, поменять некоторые детали и будет актуально, да. Социальные отношения вообще не меняются. Вообще никак. Что бы там про это ни говорили, что настают какие-то новые времена. А я шучу, говорю, и новые технологии производства детей, правда, да? То есть надо поплясать, и дети заведутся. Ой, Витька, ты зачем малиновое взял? Мама сказала, это когда заболеем. Ну да, дождешься тут. Это когда еще будет? Продукция нашего цеха пользуется широким спросом у населения. С ней хорошо знакомы как взрослые, так и дети. Наши ремни изготавливаются из лучших сортов кожи и кожезаменителя. Удачно вписываются в любой брючный ансамбль и обладают повышенной хлесткостью. Но, к сожалению, оборудование цеха устарело, и мы не справлялись с планом. Ура! Но теперь новые условия хозяйства. Каждый из мастеров теперь работает на 5 станках, что Ой. Позволило в 5 раз повысить производительность труда. И наши ремни широким потоком хлынули на прилавки магазинов. Нам в последнее время удалось значительно улучшить качество изделий, их прочность и гибкость. Выйдем на уровень мировых стандартов. Вот девиз работников нашего цеха. И мы с уверенностью можем сказать, что наша продукция всегда найдет своего потребителя. Блин. Это о чем? Мы Америку догнали по удою молока, а по мясу мы отстали. Сломался у быка. Мне кажется, это сюжет же об этом примерно. Прости, пожалуйста. Смешно очень из-за того, что дети, когда ели варенье, они обращали внимание на телевизор, а там показывались ремни. И у них появлялось ощущение, то, что если они съедят варенье, то, ну, им мало не покажется. А, намек, что они получат ремня вечером, и оба, и больно. А ты не понял, что ли? Нет. Тот случай, когда дочка объясняет папе старый рож. Конкретно, тебя наказывали в детстве ремнем? Да, но не папа. А, ну не папа. Нет. Ну, что папа. То есть вы не наказываете детей физически? Да, я. А как... Ну, видишь, как мне достаются дети, каким трудом. Мне просто рука не поднимается. Скорее, это запугивание просто. Как бы есть, что вот так делай, вот так не делай. Это как бы, а почему? А ты не находишь, как бы, или что? Это не ведет к действительно переосмыслению самому. Кто вообще сказал, что как-то нужно поступать, да? Ремень как что-то сверхисключительное, ну или просто вот шлепки как что-то очень исключительное. Может подставить там ориентиры, но вот. Ребенок там знает, что что-то плохо, что-то хорошо, но не знает, насколько что плохо. А я вот не согласна сейчас. Это просто слабость. То есть ты не можешь объяснить ребенку, почему и что, и ты поэтому там применяешь физическую силу. Да, возможно, там ребенок сделал какую-то ошибку, но он же не поймет, почему, он же не поймет причины. Нет, иногда поймет. Я тоже так считал. Нет, когда у меня не было детей, я 100% придерживался мнения, что ни при каких условиях нельзя. Я не хочу говорить, что такое вообще, там, я не хочу вообще, в принципе, утверждать... Подожди, да, чего-то, что вот это никогда не может быть. Ребенок как-то поступает, а ты... А почему он так поступает? Почему? Может поговорить, может... Ну это же дети, можно, вы если заводили... Если человек заводит детей, он должен полностью им отдаваться. Это же такая ответственность, так не должно быть просто. Ну, слушайте, по-моему, когда речь идет о взрослом человеке, то какое-то насилие по отношению к ребенку – это... Ну, просто дно. Это унизительно для самого человека. Он теряет всякую личность.
Потому что, ну как ты можешь себя называть мужчиной, если ты поднял руку на маленькую девочку, еще и с ремнем? Какие бы там, не знаю, какие могут быть причины для этого? Ничто не может оправдать такое насилие в отношении ребенка. Напротив, это ребенка больше травмирует, как бы это сейчас ни звучало, там, либерально или как-то. Почему ребенок поступает так? В отношениях, он, да? Он пытается разобраться, до какого края он будет над тобой издеваться. Я ни в коем случае не сторонник либерального подхода. То есть, ну, например, когда я вижу некоторые ситуации травли в классе, то очевидно, что по таким подросткам реально там плачет хорошая затрещина. Просто очень хорошая затрещина. Причины. Почему так происходит? Ну, почему они так себя ведут? Разные, что у них дома может? Что у них в семье может? Окей, с девочками понятно, а вот с парнями. Типа, можно ли выставить границы с трудному ребенку парню без физического наказания? Ну, надо разбираться в причинах, почему он стал трудным. И с ними работать, а не с последствиями. Для чего выставить границы? Ну, чтобы не хулиганил. Для того, чтобы было понятие о дисциплине. Ну да. Как оно вырабатывается? Многими годами системой, в которой есть результат, цель и все мотивировано. Например, в спорте. Наши дети играли в хоккей, Дуня сейчас поедет на фигурное катание. Это очень жесткая история обучения. То есть, условно говоря, для воспитания, например, парня спорт может быть какой-то закалкой крутой, которая поможет при воспитании в семье уже. Представить себе, что такое этот мир, насколько он жесток, и что такое конкуренция, и зачем быть собранным и сильным, можно только в спорте. Больше нигде этой темы нет. В общеобразовательной школе воспитательный элемент, он весь утек куда-то, а, соответственно, остается только вот эта гонка, да, за рейтингами. Ну, вообще печальненько, конечно, это все. Скушай, живем, пацаны. Может, металлист податься? А где цепи возьмем? Где настройки, в смысле? А где я беру? Заклепки ставить, ошейники клепать. Где его? Айда в брейкер. Да, ну, там танцевать надо. А в панки? Панки. Панки – это же станция в Люберцах. Панки – это родители твои в молодости. Нет, панки. Есть станция панки. Панки, да. Ну, в панки. Панк-рок! Это встреча, да. Красится. А еще панков Любера бьет. Да, бьет. Пошли в Любера. Так пошли в Любера. А если нас панки отлупят? Мужики, идея! А давайте в комсомол запишемся. Там ничего делать не надо. Это же жестко. Да, это жестко. Ну это да, это уже последнее, конечно. Но я не был комсомольцем. Это дедушке должна передать. Ну, на самом деле, они не имеют права снимать такие сюжеты. Нельзя. Грех. Наши родители не знали горя, потому что каждое производство, типография, вот, где работала бабушка, каждая организация в обязательном порядке имела лагерь летнего пребывания для детей. Могучий, правдивый, свободный Советский Союз начинал сдавать, а Келла промахнулся. И шакалы кружат вокруг, да, посмеиваясь над этим. Это некрасиво. Мне не нравится этот сюжет. То есть вас он даже оскорбляет в какой-то степени. Ну, так нехорошо делать. Конечно, без комсомола вам будет трудно поступить, ну, в университет. А с другой стороны, вообще связывать себя там с каким-то коммунистическим прошлым я бы вам не советовал. Я прихожу домой, говорю, папа, мне в комсомол вступать, не вступать, вот такой расклад. Он говорит, 88-й год на дворе. К 90-му, возможно, уже это будет неважно. А в говно вляпываются один раз в жизни и воняет потом всю жизнь. Вот, ну и не вступил. Жестко.
Мне забавно, что ребята выбирают, куда им вообще в принципе податься. Они такие, ну кем нам быть? Может, панкой, может, к этому меньшинству. А может, в андеграунд, а может быть. Может быть, мы были просто интерактивными, мы не сидели вообще, ну, как по ощущениям, это все. Не, ну просто сейчас это тоже есть в определенном смысле этого слова. И есть. Я помню, как мы сидели с Пашей, общались, он такой, типа, ну, может, вот, типа, подстричься, вот, на лысо побриться, и вот, быть, может, как панки, вот. Или теперь у нас серф-рок. Да еще в 82-м году, на самом деле, уже чувствовалось, что советская идеология умирает. У нас в школе номер 835 висел плакат «Ближайшие задачи пионерской организации школы номер 835». Лёва, мой одноклассник и одногруппник по детскому саду, огромными буквами, размашистыми написал: «Эх, лапти-будапти-будапти мои!» И восклицательный знак. И это 2 месяца висело на этой доске. Да, всем настолько было насрать. У меня к вам, как к телевизионщику, такой вот вопрос. Почему Ералаш, вот мы посмотрели разные эпизоды, да, и даже в 70-е и в конце 80-х он был все равно сатирический, и там очень чувствовался дух времени, высмеивалась система. Почему так все стагнировало? Почему Ералаш потерял вот это ощущение времени? Ну, дело в том, что вот такой, скажем, канала информации, где можно было разговаривать с народом, было не так уж и много. И сейчас, скажем, гораздо больше вариантов, да, и вот эта вот история, связанная с таким сарказмом, политической иронией, она уходит в какие-то другие каналы передачи информации, вот. А тогда это вот было их не так много, и вот разговаривали с народом посредством в том числе и Ералаша. Это такое допорнографическое кино, да, и этот язык нами уже утерян, да, нам такое смотреть интересно, ностальгически, ну, лично мне, а детям, наверное, довольно пресно. Ну, ты все понимала? Ну, вот последнее видео я не очень поняла. Про металлистов, панков и комсомольцев? Почему комсомольцы бездельники на фоне панков? Я еще заметила, что там много мальчики играют в роли, девочки очень мало. Девочки ждут, когда их кино пригласят. Или уже такие потерявшие очертания женственные сидят, возглавляют производство. Но ты бы с удовольствием сейчас посмотрела новые выпуски, да? Или вот этот советский тебе еще показать? Ну, наверное, новые выпуски, потому что все равно советские как-то мне больше нравятся новые. Дух времени и контекст – это то, что делает кино, даже детское, хорошим. Например, «Ну, погоди» – это не просто визуальное соревнование двух мультяшных героев. Это очень грамотные советские архетипы, которые существуют в известном нам пространстве. В «Крокодиле Гене» мы узнаем старого большевика, который курит трубку на сталинский манер. А уж о критике капитализма в «Незнайке на Луне» можно написать много статей. Это я к тому, что даже какие-то мелочи определяют глубину повествования. И сегодняшний наш эксперимент показал, что дети все понимают. И даже если они не знают, из какой книжки вышли тимуровцы, они все равно все понимают. А человеческие отношения, о которых поют, пишут или, что сейчас популярнее, кричат, остаются такими же. А любовь всегда останется любовью, даже если у вас очки виртуальной реальности. Увидимся через месяц. Удачи! Да, интересно, наверное, была наша беседа. А кому вот что больше всего понравилось, а кого что-то раздражило, напишите, пожалуйста, в комментариях. Пока-пока, Матвей. Пока, спасибо. До свидания. Маткульт, пока.